Спецоперацию по спасению 92-летней старушки провели спасатели в Копейске. Пожилая женщина не открывала двери и не пришла получать пенсию. Обеспокоенные соседи сообщили в экстренные службы. Что было дальше в сюжете? Копейск, улица Лихачева, 17. Вламываться спасатели не стали. По словам соседей, на дверях квартиры 92-летней старушки слишком много замков. Поэтому забираться в квартиру пенсионерки решили через балкон. Соседи рассказали, днем ранее слышали, как бабушка ходит по квартире, а на следующий день она не явилась за пенсией. Попытки достучаться до нее были безуспешными. Единственный родственник у пенсионерки – сын, и тот живет в Вильнюсе. В Литву звонить люди не стали, вызвали МЧС. И вот спасатели залезли на балкон второго этажа и через форточку попали в комнату. Мы спасатели, нас милиция вызвала. Это милиция, да? Да, да. Бабушка едва разговаривала. Ее обнаружили живой, лежащей на полу. Мария Дмитриевна, давайте на кроватку. Мария Дмитриевна. Видимо, старушка упала и подняться сама не смогла. Ее переложили на кровать и вызвали бригаду медиков.